Здесь даже парад открытия соревнований напоминает танцевальный баттл. Каждая команда уже с первых шагов дает понять, настроены на лидерство. Я уже не первый раз выступаю на этих соревнованиях. В прошлом году я занял 4-е место пару и 2-ю группу. Мне очень понравились в прошлом году соревнования. Понравится ли в этом году, конечно, зависит от результата выступления. Спортивная аэробика – один из 5 видов гимнастики. У спортсменов есть всего 1,5 минуты, чтобы продемонстрировать набор упражнений. Выступление оценивается по 3 критериям – исполнение, артистичность и сложность. Мы выступаем в тройках, в группах и в соло. У каждого разная программа, и в основном это происходит под английскую музыку, так как это международный язык. Это 3-й турнир «Аэро Сочи», но его статус существенно вырос. Свои команды делегировали 15 регионов, 3 страны, всего более 350 участников. В Сочи приехала и вся верхушка Федерации спортивной аэробики. Мы надеемся, что он превратится в крупный международный турнир, не только всероссийский турнир с участием иностранных государств, но это будет крупный международный турнир, потому что все позволяет. И олимпийский дух города, и прекрасные спортивные сооружения, и, естественно, огромный опыт в организации крупных турниров. Сочинские спортсмены отличились во всех категориях. В копилке ребят – серебро в парах, бронза в группе 9-11 лет. И 2-е и 3-е место в групповых упражнениях у самых юных участников – 6-8 лет. Галина Моисеева, Олег Кононов, телекомпания ФКТ.